Здравствуйте, игры разума приветствуют вас, с вами я, Антон. Я продолжаю исследование в сторону терпения и рассудительности, которое может испытывать человек, играя в такую игрушку, как Super Meat Boy. Итак, я дошел до 11 уровня. Уровень называется «Огонь» или «Горящий» или «Пайрет». Ну, в общем, поехали. Супер Meat Boy! Какой ты милый, с пластырем. Какие знакомые места, да? Чпок, чпок, чпок. О, я вижу пластырь. Может, мне его надо взять? О, точно, надо взять пластырь. Это не просто так, висит там справа. Только сейчас увидел, только сейчас увидел. Как его взять? Как его взять? Как его взять? Только прыгнуть сверху, а потом так. Это джедайские какие-то приемы. Йода. Опа, ну как тут? Он не допрыгивает, между прочим. Так что отставь надежду всех сюда. Входящий. Оставь. Даже так оставь. Разбежись и прыгни, чтобы все позавидовали тебе. Ты воин света, ты воин света. Ты душа, обретшая покой. А я сказал, ты душа, обретшая покой. Нет, Антон, я не душа, обретшая покой. Вот это что это было? Может, мне просто надо его подобрать и умереть. А потом пройти дальше, как бы. Может, тетку свою спасти эту. Что подружки сердце. Ты просто железный человек. Антон, это окормительно называть меня железным человеком. Я же из мяса. Да, конечно же, ты из мяса. Ты из мяса и же зрелищ. Из мяса и зрелищ. Роковая. Петля. Кулибин. Аллилуйя, кулибин. Аллилуйя. Чпок. Знаете, в этот раз не очень. Да блин, опять я говорю, вы знаете. Конечно же, вы знаете. Мы все кулибины, а я ваш Мефистофель. Оригами. Гамми-мушки, гамми. Что это такое за неуважение к лесу? А, это, наверное, доктор Пластырь. Ой, блин, доктор... Доктор не Пластырь. Доктор не Пластырь его зовут, а доктор Зародыш. Поджег кругом все, чтобы бедный лес изгорел. До тла, до котла, до полного окотления. Я не знаю уже, какая у меня цель. Чпокаться! Так, поздравляю, Антон, ты вернулся к тому уровню игры, когда опять ты не можешь пройти в течение одного видео один уровень. Я в огне, как на войне. Заметьте, прошлый раз действительно был получше, что ли? Ну, пофиг. Пофиг на этот пластырик. Меня наказала миссия, которая послала меня. Все кругом красное. Я не вижу, где я, а где земля. Опа.
не кусок мяса. Аллилуйя, аривидерчи, чеснок тебе на голову! Это было очень близко, очень близко. Знаете, я, конечно же... Каждый раз, как только я подпрыгиваю к этому месту, я уже теряю контроль над собой. Я начинаю чувствовать дискомфорт. Зудящий по всему телу и в лодыжках превращающихся моих слез на геймпаде. Уже исчезла, а ты? Надеялся, что тебя буду ждать вечно? Ты надеялся? Что я буду ждать вечно? Да, тебя подожду. Волноваться не стоит. Стоит волноваться. Нет. Ты слишком быстро проходил прошлые уровни, поэтому у тебя есть запас в несколько миллионов. Да почему он не упал куда надо? Мне непонятно. Непонятно мне вот это вот. По траектории он должен был свалиться прямо на вот тот белый пластырь. Это не идеальное прохождение. Не идеальное. Наверное, я так и буду называть. Серии Мидбой не идеальное прохождение. Нервы и психолога. Опа! Опа! Нашли они его в дурке, где он пытался спасти пластырь. Он почти смог. Я вас, доктор, заверяю, почти смог спасти пластырь. Да! У него что, там какие-то крылья должны открыться, что ли, что он бы плавно спланировал на этот... Белый кусок клеющейся ленты. Пальцы не слушаются, доктор. Это все потому, что вам снятся сны про то, как вы спасаете... Вот падай! Почему он падает не так, как надо? Почему? Я буду жаловаться вон про проктологический центр. И что дальше? Куда дальше мне прыгать, а? На ваше усмотрение. Конечно же, в огонь. Конечно же, в огонь. А тут вообще что такое было за фигня? Что это? Почему он бежит туда и падает? Может, какое-то дополнительное ускорение он может получить? Вот это было супер ускорение. Супер! Раки зимуют в кафтанах, а кафтаны зимуют в раках! Это враки! Что раки зимуют в кафтанах? Они зимуют в пальто! На Телла не было лица. Он как мученик со спесью на голове откладывал яйца в углу. Эй, Дездемоне! Где мой мяк? Дездемона повернулась и говорит: добрый друг, а руки ты пожать не хочешь? Какой руки? Ты же без руки. Я оттаю долгорукий. Чпок. Дальше что? Дальше прыгать. Вверх. 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 Вправо. 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 Пуктик. 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 Ничего не помогает против такого рыболовного замысла
Опа, опа. Пройти бы уровень. Дотерпеть, да. Свои-то придут на подмогу. Там танки, Катюши, раковая опухоль, другие прелести жизни. Секундомер на старт. После этого любое собеседование по работе будет просто жалкой развлекушкой. Знаешь, прихожу я на собеседование и говорю: я прошел супер медбой, или я дошел до такого уровня супер медбой, там, Форестер. Вау! Берем. На работе все сидят и играют супер медбой. Вот это развлекуха. Смотрите, у меня не получилось пройти этот уровень. Спасибо, что все равно смотрели и слушали. Это порево по нервам. По-другому я не назову.